Книга пророка Захарии, глава 4. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его». И 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его». И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те 7? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему, что значат те 2 маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит 2 масличные ветви, которые через 2 золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне, «Ты не знаешь, что это?» Я отвечал, «Не знаю, господин мой». И сказал он, «Это 2 помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли».